Слушай, а вот за сколько бы ты Кусов опустошил бы? За месяц? Да, где-то так. Серьезно? Один? Да, один, в одно рыло. Мне даже больше. Там водка до чего стоит. А я водку вообще не. Костян водку любит. А сколько там водки-то было? 10. По 6? Да. 60. Так, 60 бутылок. Ну, на 2 дня тебе. Балдел. На чё? Ну, 4. Сколько тебе в день литров надо? Водки именно. Ты чё, вообще ни капли? В смысле ни капли? Ну, говоря, водку не пью. Вообще? Вообще. А ну вот если партии надо. Ну если партии надо. Там продумаемся. Бля, я тоже не представляю. Я водку, допустим, бля. Да у меня водка равна дизелю. Ну, вот такая же хрень. Типа пить это нельзя. Как в принципе и коньяк, понимаешь, я и коньяк тоже не очень. Точнее, не то, что не очень, а тоже не пью. Uh-huh. У меня, ну, я вино могу попить. Пиво. Все. На этом. Шампанское. Шампань, да. Вот на это свадьба была там у приятеля. А он мне это. На моей свадьбе обосрал мне немножко ее. И я такой, ну, сука, я тебе сейчас сделаю нахуй. Тоже. Это. Прямо. Еще из невесты не выкупали, я уже начал шампанским, блядь, накидываться, блядь. Вот. И это. Короче, пришла машина, мы еще из дома не вышли. А я уже, наверное, бутылок 6 усосал, блядь. Вот. И, короче, приехали в этот ЗАГС. По дороге я еще 2 усосал, блядь. Вот. В ЗАГСе мне уже сказали, хватит. Это достаточно. Я такой, не-не-не. Вот. Короче, мне не дали, я пошел в магазин и там взял, вот. И, короче, после ЗАГСа выходим, у меня вот такая вот голова. И я такой, не, я не могу, все, блин, ну все, не лезет просто, вот. И мне все, что-то ты какой-то понурый. Я говорю, так, голова чугунная вообще, еле-еле ей кручу. Настроения нет никакого, я говорю, все, навеселился. Так и не смог я ему обломать. А думал, блин, сейчас приедем в ресторан. Я уже буду прям это. Как мокрая стелька. Сразу возьму микрофон и скажу, духаст, Миш. Ну нет. Да. Фокус не получился. Не останавливаюсь на достигнутом, да? Продолжаю двигаться в том же духе. Ну, блин. Прям не знаю. Шире вселенной горе мое.